Всем здорово, новый выпуск «Еды человека». Вот собрался я попить чай. И к чаю купил себе в магазине «Ашан» шикарные пирожные с детства. Вот, смотрите, вам покажу. Это Wagon Wheels. Они бывают еще красные, оригинальные. То есть без джема. Это, видите, с джемом малиновым вроде как. Там яблочный джем с ароматом малины по составу. Вот. Еще бывают они какие-то желтые, там, с карамелью, что ли. Ну, вот эти самые вкусные. Я их люблю с детства, помню, было холодно-голодно, идешь в ларек, и там за то ли 6 рублей, то ли за 6 тысяч рублей, то ли за 600 рублей покупаешь себе Wagon Wheels. Они еще, помню, в таких больших пачках, если были, там еще внутри были индейцы. То есть, с картонки всякие разные, с вигвамами, там, ковбоями, индейцами. Вот так они выглядят. Такие замечательные штуки. Так, сейчас мы их откроем. Точнее, нет, вот так мы сейчас их откроем. Так. Господа, вот они, замечательные Wagon Wheels. Что еще радует в них, то, что вот я прочитал. Их долгое время и не было. Вот было, помню, в детстве я их ел. Потом долгое время их не было. Потом раз, вот где-то год назад, они снова хлоп-хлоп стали появляться. Я их поэтому сразу как заприметил, стал покупать. Сейчас в Ашане стоит вот такая пачка из 6 штук 69 рублей, в принципе, относительно недорого. Вот в детстве, конечно, они были вкуснее, как-то начинки было побольше, печенье поменьше. В общем, круче, как всегда в детстве. Может быть, мне кажется так, потому что в детстве все круче. Может быть, на самом деле. Вот тут две печеньки. Посередине суфле. И там еще джем. Джем, ну, такой вкусный, но по вкусу непонятно что. Но, по крайней мере, по составу написано, что яблочный джем с ароматом малины. 5%. Что еще, говорю, прикольно, то, что они выпускаются в Англии. То есть написано, что произведено в Великобритании. И по штрих-коду это можно понять. Вот, что все-таки внушает некоторое доверие. А так, понятное дело, что ничего полезного в них нет. Хоть здесь и написано, что они не содержат... нет специальных красителей, написано. Написано, что нет генно-модифицированных ингредиентов. Написано, что нет трансгенных жиров. Вот, но верить, не верить, это все равно пальмовое масло есть здесь и всякая другая шняга. Но, по крайней мере, вкусная вещь. Так вот взять с собой куда-нибудь там в дорогу. Удобно, потому что в упаковке каждый отдельный хлоп, пошел, поел. Что там у нас по килокалориям, кстати, можно сразу посмотреть. Так, здесь, наверное, написано. Так, один бисквит весит 38 грамм. Всего здесь 6 на 40, это сколько там, 240 примерно грамм. Так, энергетическая ценность 100 грамм. А, в одном бисквите 165 килокалорий. Ну, можете посчитать, что там сколько нужно, чтобы наесться. Ну так, чтобы попить чаю где-нибудь в дороге, в пути, на работе там или еще где-нибудь, вообще здорово. Вот я дома бывает, пью чай или ем. В общем, такие вот замечательные пироженки. Вот. Ладно, всем пока, всего хорошего.